Шалом, шалом! Это наша с вами рубрика «Мудрость Торы на каждый день» с Леви Харпатиным. Награда за настойчивость. Позже Ицхак вернулся обратно в Филистию, и тогда царь перестал вести с ним войны, а наоборот, предложил ему союз мира, потому что он понял, что именно Ицхак достоин милости Творца. И сказали все жители Филистии: «Да, мы видели, Господь с тобой, и сделаем мы и заключим общую клятву». Да, филистимляне уничтожали, закапывали вырытые колодца Ицхака, но позже они испугались, что будет наказание, и предложили Ицхаку мир. На примере Ицхака мы должны понимать, что наш труд в любом случае, если он несет благо, будет вознагражден, и мы преуспеем. Поэтому нужно идти только вперед. Благодарю за прослушивание. Хорошей недели. С вами был я, спикер платформы Вайкра Леви Харпатин.